от зубной пас, от зубной, зубных щеток, еще советские, знаете, такие пластмассовые, открывались такие. Вот. Напаяли туда приемники, вывели наушники. Вот. Это самое. Значит, наушник крепился сюда к ладони. Вот. Вставлялся в ухо. А футляр вместе с приемником находился в кармане, во внутреннем. Вот. А из Афганистана все же привезли, ну или из Анголы там, ну или с Березки. Вот. Эти всю аппаратуру, там, дистанционные микрофоны, вот, эти шарпы и так дальше. Вот. По всему периметру. А сдавали как раз в этой, в аудитории якудзов у Булгакова. Вот. Значит, весь периметр провели провода. Вот. Ну, чтобы был этот самый прием, типа контура такого. Вот. За классную доску, ну, где писали, вставили туда микрофон этот, который дистанционный, который передает все, что в аудитории происходит, на шарп. Там сидел, по-моему, то ли Брыгин, то ли еще кто-то на наушниках. Вот. И, значит, нужно было что сделать? Зайти, представиться, ну, там, старший лейтенант такой-то или лейтенант такой-то прибыл для сдачи экзамена по парполитработе, по-моему, что-то такое. Ну, или общественных наук, что-то такое мы там сдавали, историю КПСС, что-то такое. Я сейчас не припомню точно. Ну, вот из этой серии. Никто не готовился, все готовили только вот эту всю аппаратуру, все прослушивали, т.д., продумывали, как это все будет выглядеть, вот, как это там называли номер билета, тут же открывали т.д.т., и нужно было, так сказать, как бы приложив наушник, выслушать ответ, записать и пойти сдавать. Вот. И пришел этот преподаватель. Вот. Ну, уже экзамен идет, все, начинался экзамен. Вот. И вот, значит, первый заходит, вопрос номер один. Вот. Ну, допустим, там история, там т.д.т., там революции, там, ну, я от балды сейчас говорю. Вот. А преподаватель говорит, а что вы мне вопросы читаете? Вопросы читать не надо. Первый прокол. Потому что как передать-то туда, что у тебя за вопросы? И вот, значит, кто-то там сидел, вот, и в наушник говорит, так, я сейчас тебе перечисляю вопросы, если у тебя этот вопрос, ты кашляни. И вот там народ, наверное, сидит так. Вот, тот читает вопросы, а он читает быстро. Пока ты кашлянешь, он уже читает следующий. Так я не понял, какой у тебя вопрос? Кашляни! И все кашляют. И в ухе трут. Приходит Кожанов и говорит, Битюков, а че у тебя все кашляют? И уши трут. Я говорю, не знаю, точка как-то. Понять не имею. Наверное, заболели, что ли? И вот мы так вот сдавали этот экзамен. Это было вообще просто. Причем уже следующие заходили, зная, что преподаватель не даст прочитать вопрос. И все равно. Вопрос номер один. Быстренько. Раз. Прочитал его. Не надо читать вопросы, я же сказал. Вопрос номер два. А, ну, вопрос номер два вот такой-то. Я же вам сказал, не надо читать. Да? А, ну ладно, вопрос номер три вот такой-то. И какой финал был? Ну, финал все сдали, правда, потом. И что, и никто не сдал у вас? Не, никто не сдал, все нормально было. И вот так мы сдавали экзамен, то ли, я не помню, ну, по общественно-политической какой-то был. Парполитработа в войсках, наверное. Парполитработа в войсках, неохота было вообще готовиться, потому что бред сивой кобылы вообще. Но вот всю подготовку вот этого к этому экзамену, вместо того, чтобы готовиться к ответам, все готовились к тому, как это все будет выглядеть. Как кашлять, как там в ухо этот наушник вставлять и так дальше.